Сугайкасах появилась умная остановка. Электричество от солнечных батарей, отопление зимой и кондиционер летом. Бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-библиотека и детский уголок. Считай, комната отдыха. Жителям Сугайкасов, можно сказать, повезло. Теперь ожидание транспорта без преувеличения превратится в приятное времяпрепровождение. По сути, обычный остановочный пункт стал центром притяжения. Дети с удовольствием заходят сюда поиграть, но некоторые взрослые по старинке ждут у обветшавшей остановки. Местные уже окрестили павильон музеем с расписанием маршрутов. Жители могут скачать специальное приложение на телефон. На онлайн-платформе размещены расписания автобусов и карта маршрутов. А через какое-то время появится и возможность в режиме реального времени следить за тем, где находится нужный автобус или маршрутное такси, а соответственно планировать свое время. Я, допустим, бегу, спешу, опаздываю на автобус, я открываю телефон, рассмотрю, успеваю ли или не успеваю, там приехал автобус, не приехал, ну, чтобы можно было и удаленно как бы проводить контроль автобуса. То есть мы стремимся к этому, и я думаю, это доделаем. На этом благоустройство деревни Сугайкасы не закончится, у новой остановки уже начали разбивать парк.